Иван Житков. Всем привет. Сегодня улетаем в Таиланд, то есть завтра в 7 утра. Степа первый раз так летит далеко, очень интересно. Даже интересно не сколько мне поехать в Таиланд, я уже там был, вот именно как его реакция. Ну и Машкины, она тоже там первый раз будет. Вот. Особо стараюсь не записывать, потому что какое-то количество невероятных сборов, как будто мы переезжаем. А мы просто едем отдыхать на 2 недели. В общем, вот этот отдых из зимы в лето, это, конечно, целая эпопея. Ну что, сдала вчера последний экзамен. Сейчас направляемся прямиком на вокзал, прямиком. Меня подвозит мой личный водитель Иван. Поздоровайся. С кепкой какой-то, для Степиной кепкой. Вот, ну, вот так. Каникулы. Приехали со Степаном. 6 утра встали. Приехали Машу встречать. Да. По факту 26. Ну, то есть мы 25-го уже приехали. Меня встретили. Сидим завтракаем. Такой мальчик. Хорошо. Вот такой у нас завтрак. Просто потрясный. Всем привет. Ну что, я дома. У меня полным ходом идет сбор вещей. И знаете, что я поняла? Я поняла вот что. Не слишком ли до хрена мы с собой берем? Ведь мы едем всего лишь на 2 недели. Не на месяц, а на 2 недели. А огромный чемодан размером с меня уже полностью забит только моими вещами. И я сейчас так, знаете, призадумалась. Доброе утро. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.